Вы знаете, родители — это самое святое, что есть на свете. И если своим родителям не говорить, как сильно мы их любим, ну то значит, мы живем просто так. Вы самое большое мое богатство. У меня нет ни квартиры, ни жены, ни машины, но у меня есть вы, и я этому дорожу. Спасибо, что вы все здесь. Думаю, надо снять философию. Надо снять какую-то историю, которая произошла со мной когда-то в жизни. Это фильм основан на реальных историях. Все, что вы увидите, было абсолютно реально. И бабушки, и могилки. Не было только деток.